Как тебе сегодня погода? Насколько тяжело играть в такой холод? Действительно было холодно, я думаю, всем, кто был на поле, даже тем ребятам, которые были на скамейке запасных. Тяжелые условия, но наша команда очередной раз показала характер. И в таких погодных, опять же повторюсь, условиях мы одержали победу. Я думаю, это стоит дорогого и говорит о многом. Гель на волосах не превратился в сосульки? У меня его не было. Как тебе вообще матч? Как тебе Урал? Урал хорошая команда, мы с ними за эти 3-4 месяца сыграли 3 или 4 раза, по-моему, и всегда с ними играть очень тяжело, они дисциплинированы, хорошо обороняются и при фланговых подачах действуют хорошо в штрафной зоне. Первый гол в сезоне забил Морозов, шутили, что Морозов? Нет. Все над ним же шутили. Мне не до этого было. Когда было подотрение на пенальти в конце, ёкнуло сердце? Ну да, на самом деле, мы, опять же, к сожалению, второй тайм немножко дали, а Костя Мордешили танцует. Брат, спрячься. По-русски плохо говорит, на английском пытается. Вот. И да, действительно, какой-то момент... До свидания! Какой-то момент во втором тайме нам казалось, что мы отдали инициативу, но, слава богу, удалось забить. И вот эти спорные моменты с пенальти, сердце ёкнуло, да. Бежал ты до конца, уже конец матча, Пеняев бежал, думал, что он тебя даст, верил? Я был уверен, что Сережа отдаст, и я в нем никогда не сомневаюсь. Ему спасибо большое за это. Я очень счастлив был сегодня забить, поэтому, Сережа, огромное спасибо. Две победы подряд и обе в сложных условиях. Это что значит? Это значит, что для нашей команды не важны условия, и независимо, невзирая ни на что, мы будем играть до конца. Ты уходишь в отпуск в статусе лучшего бомбардира команды. Верил до сезона, что такое вообще может быть? Я даже об этом не думал, и сейчас, как ты знаешь, этот, грубо говоря, статус, он мне вообще безразличен. Мне главное, чтобы мы остались в тройке, в четверке, по крайней мере. Для меня это будет гораздо больше эмоциональной и с положительной точки зрения, чем какое-то бомбардирство. В каком настроении уходишь в отпуск и какие планы? Ухожу в хорошем, и слава богу, что мы сегодня победили. Планы – работать, становиться лучше.